это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Все, я съел булки. Я ем булки, набираю вес, чтобы выглядеть статусно. О. Ну вот, опять хуета. Так, две руки надо брать. Ты что такое? А, вот. Так, две руки, чтобы сделать вот так. Нет, вот так. Нет, да ебаный рот. Вот так. Вот так. Вот так. Блядь! Вот так. Да ебать, ты чё, сука? Чё зажимать-то надо? Вот так. Да как это, сука, сделать? Сука, что нажать на ебаном джойстике, чтобы взять в руки сразу оружие в две руки? Это ж как-то легко делать. R плюс U. R. 1 плюс A. Кнопка A вижу, R1 вижу. В смысле? Он не нажимает, понимаешь? Вот A это прыжок, R1 это удар. Я вот одновременно их нажимаю, этот бьет и все. Он лох. R1. Что такое R1, блядь? Что такое R1? Я не понимаю, тут нет такой кнопки R1. Тут RB есть, RT, L1, LB. Нажми в одно время. Так я так и делаю, вот, одновременно нажимаю. Так, мне, я там посмотрел гайды небольшие. Тут не надо ничего ходить там. Здесь это все не нужно. Здесь надо ходить это... прокачку делать. Ну, то есть не надо там с мобов постоянно бить. Выключи эту шепталку. Заткнись! Я первопроходец в этой игре пока что. Ну, в смысле, для себя именно лично. Ты кто? Это кто разговаривал? Кто разговаривал? Кто это говорит-то? Пульсирующий лист. Да, сука. Ой. Да что, ебать, я тебя не вижу, ты дура, сука. Кто это говорит? Чё, ебать? Ты чё, сука? Он заебал, да. Какой куст, в смысле куст? Как куст может разговаривать? Чё ты брыгаешь, бля? Да я не вижу, он что-то говорит там где-то, кто-то. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ну как бы вообще в принципе все на карте не проблема. Найти есть карты уже к этой игре. Там все показано, где что находится. Ну, то есть, мне уж тем более не проблема, потому что я профессиональный игрок, типа, ну, мне похуй. Ага. Розыгрыш. Просто я новичок в этом мире, ну, типа, новинка. Не играл, как бы, в эту игру, потому что читаю ее говном. А сейчас мне стало интересно, ну, как бы... Я, сука! Ну, пройти, потому что, как бы, я ее не проходил. Понять, что называется, за что это говно любят. Ладно, пойду попробую босса ебнуть. Я слушал фортепиано.
А второй день фор... Блять, хочу яйцо жареное с помидоркой. Блять, заткнись. Иначе слушал фортепиано. Ты сейчас на рэп намекаешь. Пожалуйста, на тебе новый альбом Басты. Блять, потом сейчас еще не дописал. Ей уже 15 лет. И сидит в BMW. Спасибо, Дэн. Дэн, Денис. Кстати, у тебя имя красивое очень, Денис. Очень красивое такое статное имя у тебя, Дэнчика. Я прекрасно, прекрасно понимаю то, что вам нравится обсуждать постоянно со мной женщин на потоке. То есть вы приходите не для того, чтобы смотреть, как я в игры играю, а то, как я обсуждаю вообще в целом современную музыку, там, женщину. Вот. Самое любимое ваше, это то, когда начинаю про девок из чата говорить, типа вот такие, начинаете сразу заводиться, типа оп-оп-оп. Вот, это я прекрасно понимаю, чувствую, да. А вот, так сказать, я просто, знаете, хочу иногда звонки делать, типа по душе, да, мне по кайфу звонить кому-то там, пранковать. Ну, а вам это не нравится, вы любите, чтобы я просто обсуждал кого-то. Усёк, сука. Давай, давай, девчонка, танцевать будем. Ага. Смысл трек? Блять! Сейчас, пацаки. Тяжелый выбор, либо дядя Джи, либо играть. Тихо. Сейчас, пацаны, ну хорошо пошло. А, нет, не пошло. Ну, почти, слушай, нормально так. Нормально, кстати, так. У меня нормально пошло, я понял. Слушай, а мне неплохо так поначалу пошло. Мне сказали, когда он бьет, надо уворачиваться. А я постоянно уворачивался. Блин, мне кажется, я сейчас выиграю здесь. Сука. Да, у него всегда атаки одинаковые, по идее. Их просто запомнить нужно в хорошем в таком ключе. И все, и будет нормально. Нужно еще тогда, когда стамина полная. Вот когда у него вторая 34, стадия. 5, 0, 5. Ой, блядь! Ёб... Долбоёб, сука, улыбался, блядь! Вторая стадия, конечно, она дурацкая. Все, я один остался, Ромашенко. Вообще можно убить, сука, на таком уровне или нет, я не понимаю. Тяжелый, сука, босс, конечно, мне кажется, это один из тяжелейших боссов. А я на него иду, как ну на первого, блин, он самый сложный. Это получается уже почти бог. Ну то есть самый сложный босс это полубог. Ага. Блядь! Чрезвычайное происшествие. Я как паузу нажать? Кому паузу нажать? Чрезвычайное происшествие. Я
Чрезвычайное происшествие. Сейчас, пацан. Сейчас. Здесь пятница, вечер, нормальные люди все бухают. Это ж сидит, блядь, за компустером. Ну куда? Ну слушай, блядь, орю на! Сиди, блядь, здесь. Сори, ребяточки, прошу прощения. Все, давай. Мои деньги ушли в ломоду. Сегодня пятница, вечер. Все нормальные люди сидят, бухают. А этот сидит, блядь, здесь. Мне больше ни напоминаний не было. Я буду жить в интернете, гаражи. Сама будешь там все нахуй. Ебанутые эти бабы нахуй. Где я сказал? Пожрать принесла всю нахуй. Сухостой, вернись к экрану. Будь стримером. Сегодня пятница, вечер. Все нормальные люди сидят, бухают, а этот еблан в компьютер сидит. Сережке привет, руки не распускай на свою жену, ну то есть на Серегу. Да уж. Блядь! Да, сижу и подаюсь на чары. Хоть что-то, то спасибо. Надо было резиновую женщину. Никогда больше, никогда. Никогда не делать этих ошибок. Ебать, Дендра. Братишка. Ну ты. Спина рвашка.
Спасибо, дорогой мой друг. Раз. Мразь, сейчас умрешь. Блять! Да сука, меня еще смущает то, что я сейчас посрать хочу. Знаешь, хоть я тебя стебу, но я все равно тебя уважаю. Я не олд какой-то, 1,5 года всего, слышала тебе давно. Короче, уже не смешно, что туда же, а грустно от того, что какая-то пизда тебя прогнула. Я мужчина, я всегда главный. Чем больше человек, тем он быстрее упадет. Чем больше ты весишь, тем тупее ты. Сейчас бы насрал бы ему на голову, чтобы говно потекло по всей шее. Бааа, нахуй, ебать. Я король и царь! Сколько смешарики стоят, дед? Сколько, сколько? Ну сегодня скидка. 40. Сколько, блядь? 40. Там на ламуде дорогие. Траектория движения меча, это прямая. Изучение траектории, это, блядь, левая, это правая. Отправишка назад, банка выбег. Есть, задний ходка, пошел, есть, его остановили, его нужно убивать теперь. Подошел удар спиной, то есть фаталити небольшой. Хорошо, встал, очупался, все, меня взял таргет. Отходка, есть удар прямой. Прямой удар работает по прямому опять пойдет. Сейчас, сейчас боковые пошли, желтый мечом. Цель выделение. Роджер. Все, топор смерти призвал. Все, пошел. Есть удар, есть удар, есть удар, трешка. Раз удар, ушел. Два удар, ушел. Резкий, резкий, подышал. Сейчас будет базовая. Все. Спину разгрызай. Грызи ему спину, тать твари, блядь. О, он тебя заметил, тебя убил. Вот он сейчас присел, хуй ты стоишь и цел. А у него появился топор смерти, все. Ой, блядь! Ой, блядь! Давай драться, воин! Мимо! Ебать, ты что так мимо-то? Родной, постараться не хочешь? Мимо? Блядь, я умер. Нет. Бей свою патрику в ёбай на! Блять, какой же нежность, сука! Блять, убить-то его можно, девочки, ка-а-а-а-а-а-а, убери игру, не позорься. Сегодня вам люди на парнила можно шипать, потом теперь мы там.
Ха-ха! Ебанько нахуй! О, сука, нахуй! Все смуло гнида! Лох! Фу! Лох, сука! Просто попустил и шака. Таизи. Победил, блядь! Я победил! Вот что значит женская сила. 9000 опыта дали. Неплохо. Свершилось. Первый босс попущен. Осталось всего-то 287. Дело за малым, главное к аппарату привыкнуть. А ничего, что я его попустил вообще на изи, как лолку. Он просто соснул и все. Понимаешь, это лох, это женщина. Очередная легчайшая для самарского кибератлета. Гладиатор за работой. Легчайшая. Я его опустил, я его унизил, я его просто уничтожил. Все, Жмышенко, да.